colindatul, de fapt, luat așa în mare, colindatul promovat de toate tipurile de колиндатор, inclusiv și de cel mixt, despre care колядование, в том числе и группа смешанного типа, про которую мы не говорим. В эту группу входят и женщины, и мужчины. Сохранилось во всей республике. Колядующие используют разнообразную деятельность. Дети из всех регионов очень активны, и взрослые в смешанных группах такие же. Реже встречаем группы молодых людей, не знаю по какой причине. Это осталось с тех времен, когда колядование запрещали и строго проверяли в школе и сельских советах. Всем было стыдно колядовать. Говорили, что нечего кушать, ходят и просят. То есть колядование сравнивали с попрошайничеством. Изменились времена, но, к сожалению, такое отношение к колядующим еще осталось в обществе, потому что те молодые люди, которых когда-то ругали и выставляли на линейках, эти ученики, которые были пионерами и комсомольцами, теперь стали родителями, бабушками и дедушками. Меня радует тот факт, что среди них выросли и такие, которые интересуются обычаями и заботятся об их сохранении, празднуют Рождество и Новый год за богатым столом сообща. Большими компаниями, то есть со всеми вместе, переживают во время колядок, ждут, чтобы колядующим открыли дверь и очень огорчаются, когда никто не встречает. Слушают, у какого хозяина поют и унывают, когда к ним никто не идет. Это двойное переживание традиции. Сегодня мы все вместе можем спасти этот обычай, в отличие от тех, которые не сохранили его и сдались с такой легкостью. Мы живем в такое время, когда можем очень легко потерять свои корни. Считают, что колядование можно очень быстро и легко заменить другими культурными видами. Но жаль такую потерю. Очень радуюсь за жителей тех сел, где колядка находится у себя дома. Когда говорю об этом, вспоминаю населенные пункты южной части республики. Думаю о малой родине Николая Сулак, селе Садык, в котором принято ходить двумя группами колядующих. Они договариваются заранее на хоре, которые танцуют перед колядованием. Кто в какой группе будет. Собираются соседские юноши. Пляшут вместе, несмотря на мороз и большие сугробы. Я была в этом селе и видела танец. Они восхищаются традициями. Девушки, юноши и все жители села танцуют вместе с 2 до 5 до темна, а потом возвращаются домой, чтобы ждать колядующих. А те будут ходить из дома в дом, собирая деньги еще для 7 танцев, которые организуют потом. За них и надо впоследствии заплатить из этих леев. Мне очень понравилось, что две группы колядующих меняются местами. Одна группа шла колядовать в верхнюю часть села, другая в нижнюю и наоборот. То есть существует связь и договоренность среди односельчан. И всем все ясно. Эту традицию переняли от старых людей. Советская тоталитарная система хотела исключить все остальные идеологии, ведь колядующие – это особое миропонимание, подлинный местный дух традиционной культуры. Советская власть делала все, чтобы в те села, где были размещены церкви, не приезжали посланцы из Москвы. Добрые люди многое делали для этого, но наши местные стали враждевать из-за болезненной идеологии. Они же полезли на церкви и выкинули кресты на землю. Тракторами давили их на перекрестках. Вот эти поступки очень опасны для нашего общества, ведь они могут привести к тому, что все озлобятся. Сегодня через колядование возвращаемся к обычаям, которые сохранились спустя века. Мы можем вернуть это достояние, эту силу перед искушениями, которых будет много. Все мы свидетели многих социальных испытаний, которые и сегодня происходят. Но когда общество понимает и ценит свое прошлое, сознает, что оно часть этой истории и что от него зависит будущее, остается сильным, тогда работаем для реализации этой цели. В селах Неспоренского района поют очень красивую колядку, упряжной крюк. Юноши колядуют с большой цепью, при этом звенят ею вместо колокольчиков. Это загадка нашей культуры, наших обычаев. Дорогие мои, мы являемся звеньями этой цепи, кольцом основанного обычая нашего народа, праздников, которые отмечают по очереди. Сперва Рождество, потом Новый год, Крещение, Пасха, Маленькая Пасха. Все они звенья одной цепи, кольца нашей культуры. Вот это очень важно. Мы связаны нашей памятью, нашей кровью друг
с другом. Поколение с поколением, и мы сможем устоять через века. И не благодаря уму, как принято думать в мире, а благодаря гордости и достоинству. У нас есть необходимая сплоченность. Никто нам не запрещает надеть национальный костюм. Как видите, я его ношу с гордостью. Некоторые стесняются этой одежды, другие надевают с оглядкой, но постепенно понимают, что народная сила передается через национальный костюм, а ты становишься ее частью. Так же происходит с нашими святочными традициями. Когда юноши выходят колядовать, старая колядка, которая уже не менее 2000 лет, оживает. Молодые люди поют тебе ее возле окна. Сила тех лет возвращается, и как будто вновь с нами предки колядуют в это время года. Колядование мужской группой в Республике Молдова и Румынии внесено в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Международное сообщество заявило: «Мы признаем это богатство и поддерживаем вас, чтобы вы смогли передать его через века своим правнукам. Это означает, что мы достойны показать себя другим людям. Ведь колядки тем людям, которые ждут тебя возле окна, когда поют пожелания лучшего в этом году, помогают поверить, что хозяева дома смогут пройти через все препятствия и социальные потрясения. Поэтому колядование продолжается. Международное общество нас поддерживает. Все остальное зависит от нас. Мы подтверждаем, что колядка необходима для каждого из нас, для каждого села, так же, как 200-300 лет назад, когда считали, что необходимо ходить колядовать в каждый дом. Не дай бог юноши обойдут какой-то дом. Хозяева его очень обижались, потому что считалось, в доме, в котором не колядовали, целый год не будет вести. Огромный успех занесения этой традиции в список ЮНЕСКО. Это было достигнуто благодаря сотрудничеству с Румынией. Для сведения, в прошлом году в Баку на саммите Международного комитета все присутствующие страны проголосовали единогласно за это предложение. И знаете почему? Потому что очень хорошо была подготовлена программа, с которой выступили группа из Румынии. Ребята имеют большой опыт. Они успели записать и дойную, и другое, ведь румынская культура очень разнообразна. Не Республика Молдова без Румынии, не Румыния без Молдовы не смогли бы доказать миру, какой богатый и интересный этот обычай колядования мужской группой. Мы разрабатываем и другие культурные проекты совместно с Румынией. Молдавская колядка сохранила множество деталей своей сестры из восточной части Румынии, хотя и отличается от Нурамуреша. Было бы неплохо и дальше продолжить такое сотрудничество с Румынией и организовывать фестивали, изредка переходя на ту сторону прута. Să facem și niște festivaluri comune și să mai trecem prutul din vreme în vreme.